Так, Сергей Багаев ответил Елене. А я тут опять ни при чем. Это, ну, между собой, где-то, когда-то, а мне бах, вот это присылается. И что? Но я не мог пройти мимо этого письма. У них сотни таких, кто не мог. Сейчас поймете, почему. Получил косточки от Железова и посадил. Чеканю. А проще формирую крону все лето. Вот за это бы, помните мои эти самые выражение, руки бы оборвать. Вот. Побег 25-30 сантиметров. Обязательно режу, тут же отгибаю. Побег продолжает расти, дает боковицкий, их почти подгибаю. Вот доотгибается, гражданин Багаев, доотгибается. Ну, второе письмо, вы уже поняли, не трогал бы, и ладно. Вот. Где-то, может быть, обрезку делал, но только ранее никаким летом. А тут все лето. Вы поняли мое отношение к этому? А потом покажется, что абрикосы Железова подохли, а я виноват был Железов, так что ли? Есть яблоня ВМ розовый, и верхний побег привил другой сорт. Для того, чтобы они мешали друг другу, ВМ задавил горизонтальной плоскости. Как я не люблю вот эти искусственные кроны. Теперь при высоте чуть больше метра, длина веток около 2 метров. Естественно, все в яблоках. Сейчас аналогично поверх формирую новый привитый сорт. Ну, яблони, они легче переносят все эти издевательства. Но вот абрикосы, вот это, чеканю, формирую все лето. Ну, вы поняли мое отношение. Я не мог пройти мимо этого письма. Скорее всего, Сергей Багаев и не смотрит наши вебинары. Это между собойчик Сергей и Лена. Вот. Но другие сотни людей услышат меня, прочтут это письмо и, главное, поймут мое отношение к этому. Я имею право, если это косточки от железа, высказать свое мнение. Вот. Абрикос погубить, это очень легко. Вот.